Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Камазмен! Сегодня у нас четверг, и я с самого утра пошел к гаражу. Думаю, надо бы перебывать машину. Сегодня Алиска делает татуировку. Сразу скажу, что она прямо сейчас это делает. Я сейчас мчусь просто к ней, но до этого я вышел первый. Пошел к гаражу, думаю, возьму машину, пойду переобуюсь. Пока Алиска доедет, я уже к этому времени, думаю, успею все сделать. Подхожу, гараж просто вот посюда, наверное, завалило снегом. Ну, понятно, что как бы под наклоном. Дошел до него, откопал, полчаса откапывал только, доехал до СТО, полчаса ждал еще, пока освободится, заехал, все, поменяли, слава богу. Фу, как я еще доехал до туда, я не знаю, там просто творится жесткая зима, столько снега не было за прошлую зиму вообще. Пойдемте покажу. Если вкратце, то на улице творится следующее. Вот такое вот, вот такое вот. Сейчас вот проедет, смотрите, как вот тяжко, тяжко, тяжело и медленно, реально тяжело и медленно. Ребят, снега, правда, очень много, ну очень много. Вот, вот просто у человека вон там сугроб, сейчас пальцем покажу, вот это сугроб. Вот, мы едем по месту, где раньше был асфальт, асфальтовая дорога, а сейчас вот что, просто, ну, можно сказать, мы сейчас едем по бездорожью. Потому что я не вижу асфальта, и под нами просто каша. Если вы подумали, что я типа удивляюсь такой погоде и такому обилию снега. Нет, ребят, я удивляюсь, что это 21 октября, 22 уже октября, да, вчера было 21. 22 октября и такая фигня на улице. Вот чему я удивляюсь. Потому что в прошлом году только в ноябре выпал снег, насколько мне помнится. Ну что такое вообще, я не знаю. 1300, кстати, стоило переобуть машину. Все, ребят, иду к тату-салону. Позади школа моя, смог там припарковаться, на улице зима. Просто на дерево взгляните. Ну да. У меня есть время помонтировать влог, пока Алиска наливает татуировку. Чем я, собственно говоря, и займусь. Все, мы вышли из тату-салона! Покажем завтра. Да, да. Сейчас, наверное, кробушки много. Да, хотя нет, на GoPro же я снимала. А, ну да. Ну и я немножко поснимал, короче, вы видели, в принципе, процесс. Снег опять начал идти. Сколько сейчас времени? Без 20? Да, без понятия. В общем, где-то час 40, час 50 делали. Это я хочу сказать, мне кажется, очень быстро. Да. Для такой татуировки, да, быстро, вы увидите. Потому что Миша за полтора часа, да? Да, и тогда, ну там у меня еще у меня очень простая. Все, снег валит, ребят, убираю камеру, увидимся дома. Заехали в Новатор и закупились, поскольку снегопад, и мы не сможем поехать. Вот так вот просто захотели и поедем куда-нибудь, мы решили сразу купить. Куча фруктов, куча овощей. Особенно яблок больше всего. И бананов. Бананов тоже нормально. И взяли оливковое масло. Не было льняного, хотя льняного пробовать. Но я хочу точно. Ну что, ребят, давайте-ка покажем, что мы сегодня купили в Новаторе. Вы просто сейчас, пока будем показывать, вы прикидывайте, на сколько денег здесь покупок. А мы в конце скажем. Сверите со своими мыслями. Вот этих бананов нам хватит буквально, мне кажется, на 2-3 дня максимум. 800 грамм. Здесь меньше, наверное. 900 грамм. Ну, 1000. И килограмм 100. Короче, 3. 3, да? Короче, около 3 да. килограмм. Да. Фундук. Фундук. Пеканный. Пекан или как там, пеканы, не знаю. Финики. Грецкий орех. Грецкий орех, кешью. Это мне для татуировки. Да. Гималайская соль. Базилур такой, базилур такой. Зелёный, чёрный, оливковая. Пшеница для проращивания. Овсянка. Это нам тоже, но это завтраки, печеньки. Грудь. В основном надо переходить, чтобы делать в основном только печеньки. Завтраки. Чему? Надо переходить на гречку. Груша. Груша. И это все яблоки. Яблоки, мандарины и салат. Что-то салата мы совсем мало купили и не купили апельсинов. Да, очень хотелось лепесиков. Ну ладно. Теперь озвучим стоимость всего этого добра. Около 3000. 3,5 там, плюс-минус. Ну, да, мы еще, блин, купили порошок. А, порошок Персил. Ну, для стиралки большой пакет. Да. Ну, сколько он, рублей 300 стоил? 400.
А, ну тогда, значит, около 3-3 столов. Ну да. Короче, конечно, выгоднее получается, если ты берешь там, блин, курицу. Понятно, да. Это было бы намного дешевле. Но мы сейчас немножко... Но зато витаминов больше здесь. Да, намного больше. Питаемся, в общем, меняем свое питание. Медленно. Медленно и верно. Самое главное, верно. Я проснулась, наверное, часов в 12 ночи. Легла, я даже не знаю, во сколько я легла? Часов в 9, наверное? Да, да, где-то так. 9 с хвостиком. Да, и сейчас уже час ночи, мне кажется, я пойду опять спать. А так, Миша будет работать. Надо бы, мне кажется, ночь все-таки. Ну да, так-то да. А я все еще работаю, много работы. Барник уже тоже спит, между прочим. Вообще, он так забавно лежит. Лапки свесил. Ты герой всех влогов последних. Да. Мы ничего не делаем, а ты делаешь. Чуть-чуть движуху наводит во влог. No. Вот. Все, ребят, ладно, заканчиваем на сегодня. Четверг. Он такой рабочий. Мало того, что снегом нас замело, еще и замело работой, монтажом. Влог аж сегодня запилил очень поздно. И всякое такое. Все, друзья, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Оставайтесь вместе с нами. Завтра пятница, и проведем мы ее вечером в разных местах вообще. То есть позырите день, завтра. Я бы сказала, да. И татуировку покажем завтра. А сейчас покешка. Вот так вот. Закрывается вся вообще. Завтра увидите это творение, красоту всю эту. Все. Покеда! Покеда, чуваки! Hi, my name is Michael. I watch the Fight Club and many different pictures you have.